Всем привет, у нас в продаже появляется Hyundai Solaris 2021 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров, который выдает 123 лошадиные силы. Задний сиденье в хорошем состоянии, без каких-либо пятен потертостей. Передний сиденье также в хорошем состоянии, без каких-либо пятен и потертостей. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствуют 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, датчик давления в шинах, мультируль с круиз-контролем, хорошая мультимедиа, климат-контроль, обогревы передних сидений, обогрев руля, две розетки 12 вольт, два подстаканника и центральный подлокотник. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе трейдин либо в автокредит. Автомобиль находится в салоне столицы. Всех ждем!